Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение. Номер 8 на странице 68 учебника математики для первого класса автора Дорофеева. У Сережи вот такие деньги. У Миши вот такие. У кого из мальчиков больше монет? У кого больше рублей? Давайте сначала выясним, у кого из мальчиков больше монет. У Сережи 3 монеты. У Миши 2 монеты. Три больше, чем две. Значит, у Сережи монет больше. Теперь давайте сравним, у кого больше рублей. У Сережи 5 плюс 5 – 10, и еще 1 рубль – 11 рублей. У Миши 12 рублей. У Миши больше рублей, потому что 12 больше, чем 11. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.